девочки, рада вас всех снова видеть. Вы на канале Школы вязания с Катериной Муш. В сегодняшнем видео мы начинаем вязать кофточку крючком регланом сверху. На моем канале это первый реглан сверху выполнен крючком. Вот так будет выглядеть кофточка. Сам рисунок вот такой, слегка ажурный, очень красивый. Вот такая регланная линия. Вязать я все буду из пряжи Нака по составу 50% хлопок, 50% премиум акрил. Значит, здесь 100 грамм, 245 метров, цвет 11452, крючком 3,5. Итого, плотность вязания таким крючком получается, если брать столбиками или таким же узором, у нас получается в 10 сантиметрах 18. Значит, плотность в 1 сантиметре 1,8 петли. Так, теперь рисуйте выкройку. Вот вам выкройка на разные размеры. Из них окружность горловинки я беру 50 окружность горловинки для от 6-летних до 12-летних деток. Вы берете для них всех 50 окружность. Просто тем, кто 12, здесь длиннее будете вязать, получите и шире, и выше. Тем, кто 6, конечно же, меньше. Так, теперь, значит, окружность 50 сантиметров. Вот так мы рисуем линию реглана и считаем все, сколько примерно петель у нас должно быть. Если окружность 50 сантиметров умножаем на 1,8 петли в 1 сантиметре, это изначально 90 петель. Плюс на каждую линию реглана нам нужно по одной петельке, чтобы они не отобрали их от окружности. То есть 90 плюс 4, так как 4 линии реглана. А также плюс наша планка. Планка выполняется вот на 6 петлях. И если одна планка идет в окружность, то вторая накладывается нет. Значит, еще плюс 6 петель. Итого нам нужно примерно 100 петель на мою окружность 50 сантиметров. Так, теперь нужно разделить все полотно на спинку перед и два рукава. Так, давайте сначала сделаем это в сантиметрах. У нас здесь 50 сантиметров. Мы должны разделить на три части. Треть идет на спинку, треть на два рукава и треть на две полочки. Если 50 разделить на 3, это 16 с копейками. То есть 16 с копейками будет на спинку, по 8 на каждый рукав и по 8 на каждую полочку. Так, 16 с копейками мы умножаем на плотность вязания 1,8 в 1 сантиметре. Это почти 30 петель. Так, 30 петель на спинке. Можем мы их отдать или нет, смотрим по рисунку. Значит, рисунок у нас вот этот, кратный 2, плюс на переход на каждую линию реглана, это еще 3 петли, чтобы перейти на линию реглана. То есть количество петель на спинке должно быть кратно 2 плюс 3. Если вот эти 30 петель отнять 3 и разделить на 2, я получу 13 раппортов. Вот здесь я так и выполнила 13 раппортов рисунка. Так как 13,5, то мы наоборот 13 на 2 и плюс 3. Вот 29 петель, а не 30, в итоге уходит на спинку. Все, записали, рассчитали. Дальше, каждый рукав и каждая полочка, это у нас 8 сантиметров. 8 сантиметров умножаем на 1,8 петли в 1 сантиметре по 14 с копейками петель. Тоже у нас здесь переход 3 петли, то есть 14 минус 3 и разделить на 2, так количество петель кратно 2, у нас может поместиться 5 или 6 раппортов. Смотрите, на каждый рукав я отдаю по 6 раппортов, а на каждую полочку по 5 раппортов плюс планку. Значит, у нас рукава будет 6 раппортов на 2, на 2 петли это 12, плюс 3 по 15 петель. 15 здесь, 15 здесь. Записали. И теперь на полочку 5 раппортов, как я и сказала, умножаем на 2 петли в 1 раппорте, это 10 сантиметров. Плюс, здесь только один переход, да, другой линии реглана нет, поэтому только плюс 2 петли и плюс планка. Планка это еще 6 петель. Итого по 18 петель уйдет на каждую полочку.
А теперь сколько всего нам нужно будет набрать петелек? Значит, набрать нам будет нужно, здесь у нас 29, здесь 15, 15, 15 плюс 15, 18, 18, 18, 18. Получается 95 плюс 4 линии реглана, то есть плюс еще 4 петли, это 99 петель, а не 100. Так вы рассчитываете на все размеры. Теперь смотрите, на размер меньше, то есть то, что я говорила, на 3-5 лет. Мы отсюда отнимаем 4 петли, 2 раппорта, отсюда 1 раппорт, отсюда 1 раппорт, отсюда 1 и отсюда 1. Таким образом, получаем 1 раппорт, это 2 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. 99 минус 12, кто вяжет на 3-5 лет, набирает 87 петелек. И наоборот, плюс 12, добавляем для взрослых размеров вот здесь 4 петли, здесь 2 петли, 2, 2 и 2 петли. То есть плюс еще 12. Это 111 петелек. Сразу можете себе посчитать, какая будет окружность на взрослые размеры. 111 минус планка. Так, планка это у нас 6 петель. Минус 4 линии реглана. И разделить на 1,8. Вот 56 окружность получаете. Очень хорошая окружность на взрослый размер. Так, схема всего вот этой кофточки у нас из японского журнала. Вот так она выглядит. Вот здесь я добавила в схеме еще по одной петельке. Так мне больше понравилось. Мне кажется, что так намного красивее. Значит, скачать схему и журнальную, и мою можно будет на сайте preash.ru. Ссылочка под этим видео. А мы приступаем к работе. Значит, я должна набрать цепочку из 99 воздушных петель. Слева направо крючок подвожу под ниточку. Перекручиваю, подхватываю рабочую нить, продеваю через петельку на крючке, первая воздушная петля, захватываю, продеваю, вторая воздушная петля, 3, 4, 5, 6 и так дальше. 99 воздушных петель я набираю в одну цепочку. Набрана цепочка из 99 воздушных петелек. Теперь мы будем вязать 2 ряда просто столбиками для нашей горловинки. Вместо первого столбика 3 петли подъема, так как это в первый, мы вяжем еще 2 петли подъема. Зато второй столбик будет вязаться сразу в четвертую петлю от крючка. Вот. Таким образом получили 2 столбика. Делаем накид в следующую петельку и вяжем следующий столбик. Третий. Итак, по одному столбику с накидом в каждую следующую петлю. Всего вместе с петлями подъема у нас должно быть 99 столбиков. Так, вот предпоследняя петелька, столбик с накидом и столбик с накидом в последнюю петлю. Так, если последняя затянута, нужно ее растянуть, вот, чтобы провязать в нее столбик. Это был первый ряд нашей горловинки. Второй ряд. Вместо первого столбика 3 воздушные петельки подъема. 1, 2 и 3. Работу поворачиваете. Вяжете по одному столбику в каждую петельку. В первой 3 петли подъема, со второго начинаем вязать. Столбик с накидом, следующий столбик с накидом. И так до конца второго ряда. По одному столбику с накидом в каждую петлю. Так, довязываем второй ряд, вот последний столбик. И 3 петли подъема, вершину из 3 петель подъема, мы тоже вяжем 1 столбик с накидом. Все, я закончила второй ряд. Так, вот эти 2 ряда, это у нас наша горловинка. Дальше с третьего ряда мы начинаем нашу регланную линию. Где нечетные ряды, это будет изнаночная сторона. Четные ряды – это лицевая сторона. То есть следующий третий ряд – это будет изнанка. 3 петельки подъема. Работу поворачиваем. Так, как мы и рассчитали, на каждую полочку у нас уходит по 18 петель. Из них 6 петель – это планка. Первый столбик – это 3 петли подъема. В следующую петлю – второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый, пятый и шестой. Значит, вот такая у нас планка из 6 столбиков. Так, теперь
узор двойными столбиками. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика. Столбик с накидом 1, и с этой же петельки столбик с накидом 2. Вот. Наперед у нас должно быть таких 5 рапортов. Это первый. Пропустить петлю, 2 столбика в следующую, 1 и 2. Это второй повтор. Пропускаем в следующую петельку 2 столбика, 1 и 2. Это третий повтор. Пропустить петлю, двойной столбик в следующую. Это четвертый повтор. Пропускаем петлю в следующую, 5-й повтор, 2 столбика. Вот так. Так, теперь 2 воздушных петли. Одну петельку пропускаем, столбик без накида в следующую петлю. Смотрите, вот это все, можете их пересчитать, вот 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Это как раз наша полочка. Дальше, 2 воздушных петли, вот эту петельку пропускаем, вместо нее будет арка, это и есть петля реглана. В следующую петлю вяжем столбик без накида, это уже петелька рукава. 2 воздушных петли. Так, на рукав мы должны провязать 6 вот таких рапортов, как на полочке. Значит, одну петлю пропускаем в следующую петельку, 2 столбика, 1 и 2. Это 1. Пропустить петлю, 2 столбика в следующую, 1, 2. Пропустить петлю в следующие 2 столбика, это третий повтор. Четвертый. Так, 5-й и 6-й. Так, есть 6 повторов. Дальше 2 воздушных петли. Одну петельку пропускаем в следующий столбик. Теперь можете пересчитать, у нас 15 столбиков идет на рукав. Вот этот мы пропустили, это реглан. Дальше 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, вот 15 последний. 2 воздушных петли. Одну петлю пропускаем, это петля реглана, в следующий столбик без накида. Это уже столбик от петельки спинки. Так, на спинке мы рассчитали 13 рапортов. 2 воздушных петли, так, одну петлю пропускаем, 2 столбика в следующую петлю, 1 и 2, первый раппорт. Снова одну петельку пропускаем, следующие 2 столбика, 1 и 2, второй раппорт. Так, это третий. И так я на спинку провяжу 13 раппортов. Так, вот на спинке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повторов на спинку. Так, регланная линия, 2 воздушных петли. Одну петлю пропускаем, столбик без накида в следующую. 2 воздушных петли, вот это именно петелька реглана, в следующую петлю. Это петля рукава, столбик без накида. Так, 2 воздушных петли. Так, снова рукав, это 6 рапортов. Пропустить петлю, следующую двойной столбик, 1 и 2. Пропустить петлю, следующий двойной столбик, 2. Так, 3. Пропускаем петлю, следующий, 4. Двойной столбик. Пропустить петлю, 5-й. Пропустить петлю, 6-й. Так, и есть наш рукав, 2-й. Дальше 2 воздушных петли. Одну петельку пропускаем, столбик без накида. 2 воздушных петли, петельку пропускаем, столбик без накида, 2 воздушных петли, такая регланная линия. Так, и осталось последние 18 петель.
наш перед. Одну петельку пропускаем, двойной столбик в следующую петлю, раз и два. Здесь на полочке снова 5 должно быть повторов у нас. 5 двойных столбиков нашего узора. Это второй, третий, четвертый и пятый. Так, раз и два. Дальше наша планка. Одну петлю пропускаем. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, видите, 6. Все отлично сошлось. Одну пропускаем по одному столбику с накидом в следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4. Так, последний столбик 5. И в 3 петли подъема в вершину это 6. Сейчас мы с вами закончили третий ряд, и этот ряд с изнаночной стороны. Получили 4 линии реглана. Так, вот полочка линии реглана, рукав линии реглана, спинка линии реглана, рукав линии реглана и полочка. По количеству раппортов это планка 5 раппортов, 6, 13, 6, 5 и планка. Вот так все. Так, следующий 4-й ряд. Этот ряд будет с лицевой стороны. 3 петельки подъема вместо первого столбика. Работу поворачивайте. Так, вяжем планку по одному столбику в следующие 5 петель вместе с 3 петлями подъема, чтобы у нас было 6 столбиков на планке. Так, это третий, четвертый, пятый, то есть 2, 4, 6 вместе с петлями подъема. Так, дальше для основного узора двойными столбиками мы должны вязать новые 2 столбика в центр между 2 столбиками предыдущего ряда. Вяжется так, сделали накид, вот в центр между 2 столбиками предыдущего ряда мы вяжем новые 2 столбика. 1 столбик с накидом и сюда 2 столбик с накидом. Вот. Снова вот сюда нет, именно в двойной, в центр двойного столбика предыдущего ряда. Мы вяжем новые 2 столбика, 1 и сюда же 2. Вот такой у нас основной узор. Следующий, 1 и 2. Так мы должны вязать до последнего двойного столбика перед линией реглана. Еще раз, 2 столбика между следующим двойным столбиком. Так, и вот последний столбик перед линией реглана. Сюда мы делаем прибавку. Значит, прибавка в лицевых рядах это провязываем сюда 3 столбика вместо 2. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 и столбик с накидом 3. Вот такая прибавка. То есть 2 мы провязали и 1 прибавили. Дальше регланная линия вяжется так. У нас 3 арки. Первая между столбиками без накида, вторая и третья. Первую и третью пропускаем, во вторую мы вяжем. Значит, я вяжу 2 столбика с 2 накидами вместе. На крючок сделала 2 накида. Из-под арки достаю еще одну петлю. Провязываю по 2 петли на крючке. 1 и 2. Последние 2 не довязываю, снова делаю 2 накида, достаю петельку с арки и снова провязываю 1-2 петельки и 2-1 2 петельки. Это 1 недовязанный столбик с 2 накидами и 2. Теперь подхватываю ниточку и довязываю их вместе. Сверху 2 воздушных петли. Значит, вот таких должно быть 3. Снова 2 накида. В эту же арку недовязанный столбик с 2 накидами. 1, 2 накида. Из этой же арки недовязанный столбик с 2 накидами. 2. Вот. 1 и 2. Довязать их вместе. 2 воздушных петли. Есть второй. Не двойной столбик, а 2 столбика вместе. Так, и еще раз. 2 накида.
недовязанный столбик с двумя накидами, раз, два накида, недовязанный столбик с двумя накидами, два, довязать вместе. Значит, получаю я вот такую регланную линию. Теперь после регланной линии у меня идет петельки рукава. Здесь у нас 6 повторов. В первый и в последний мы должны вязать прибавку. Итак, в столбик мы ничего не вяжем, в арку мы ничего не вяжем. А вот между двумя столбиками предыдущего ряда, в центр, мы вяжем 3 столбика. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. И сюда же третий столбик с накидом. Вот наша прибавка. Третий столбик и есть прибавленный столбик. Дальше в следующие 4 мы вяжем по одному столбику с двумя накидами. То есть вы вяжете вот так по одному столбику в каждый двойной столбик предыдущего ряда, аж до последнего раппорта перед следующей регланной линией. Вот предпоследний, а в последний у нас должна быть прибавка. Вот сюда должна быть прибавка. Итак, прибавка — это снова мы вяжем 3 столбика вместо 2. Столбик с накидом 1, 2 и вот сюда же 3. Видите, я снова одну петельку прибавила. Так, дальше регланная линия. Повторяем. Не провязывая воздушных петель, цепочку первую пропускаем, вот эту арку в центральную вяжем. Столбик недовязанный с двумя накидами 1, 2 накида, недовязанный столбик с двумя накидами 2. Довязываем вместе между вот этими пышными столбиками 2 воздушных петли. Это будем называть пышным столбиком. Снова недовязанный столбик с двумя накидами 1, недовязанный столбик с двумя накидами 2. Довязываем вместе между 2 воздушных петли. И третий раз. Недовязанный столбик с двумя накидами 1, недовязанный столбик с двумя накидами 2. Довязываем вместе 2 воздушных петли, уже не вяжем. Так, теперь прибавка в первую сразу. В первый двойной столбик после нашей регланной линии. То есть между двумя столбиками. Я вяжу 3 столбика с накидом. Столбик с накидом 1, 2 и 3. Вот прибавка до регланной линии, прибавка после. Так, дальше. По 2 столбика с накидом в каждый двойной столбик предыдущего ряда. Значит, сейчас у меня спинка. Смотрите, вы вот это все довязываете до спинку, до последнего раппорта. В последнем делаете прибавку, как здесь. Вяжете линию реглана, прибавку. Затем 4 вяжете просто по рисунку. Прибавка, регланная линия, прибавка. И довязывайте основным узором. Вот это довязываем самостоятельно. Просто повторяем вот такую же регланную линию, которую мы уже дважды провязали. Вот я повторила линию реглана между спинкой и рукавом. И рукавом, и нашей правой полочкой. Так, здесь у меня осталось вот прибавка и 4 раппорта. Прибавку уже сделала, еще 4 раппорта. Это по 2 столбика. 1 и 2. По центру каждого двойного столбика предыдущего ряда. Значит, мы довязали до планки. Сейчас у нас планка правой полочки. Вот так, если сложить. Вот 1 и 2. Вот правая полочка. Именно здесь нам нужно сейчас сделать первое отверстие для пуговиц. Итак, планка у нас состоит из 6 столбиков. 3 с краю оставляем, с этой стороны 2 оставляем, а с вот этого мы будем делать отверстия для пуговицы. Итак, в первые 2 столбика по одному столбику с накидом. 1 столбик с накидом и 2. Так, дальше я набираю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Вот 4 воздушных петли. 1 столбик пропускаю. И в следующие 3 вяжу по одному столбику. Столбик с накидом. 1,
столбик с накидом 2 и в вершину из 3 воздушных петель столбик с накидом 3. Вот так мы получили, видите, 3 столбика. Здесь 1 пропущен, 4 набрано, 2 столбика. Значит, так я закончила 4 ряд. Это лицевая сторона. 5 ряд, изнаночная сторона. 3 петли подъема вместо первого столбика. Работу разворачиваем. Значит, во второй и в третий по одному столбику с накидом. Таким образом у нас будет 3 столбика от края. Дальше у нас над вот этими всеми петлями должна быть только одна петелька. И мы вяжем под эту арку столбик без накида. Вот так. А дальше в следующие 2 по одному столбику. Столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Посмотрите, какой мы в итоге отверстие получили. Вот. Отверстие у нас занимает 2 ряда. Так, дальше наш узор. Узор двойными петлями мы должны вязать вот в каждую петельку. Между двумя столбиками предыдущего ряда я вяжу 2 новых столбика. 1, столбик 2. Следующие 2, между ними 2 столбика. И так мы должны повторять до последнего раппорта перед регланной линией. Это 3-й и вот 4-й. 1, так и 2. Вот. Так, в последнем, если вы помните, мы одну петельку прибавили, поэтому здесь у нас 3 столбика. Мы вяжем между первым и вторым столбиком 2 столбика с накидом. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2. Затем между вторым и третьим еще раз 2 столбика с накидом. Столбик с накидом 1 и 2. Таким образом, на месте 3 у нас теперь 4 столбика и 2 новых раппорта. За 2 ряда мы прибавили 1 раппорт. Вот так. Таким образом, петелька получается прибавляется в каждом ряду. Дальше линия реглана. Это у нас 2 воздушных петли. Сейчас у нас ряд с изнаночной стороны, так все ряды с изнаночной стороны будут вязаться. Столбик без накида в первую арку. 2 воздушных петли. Столбик без накида во вторую арку. Так, и 2 воздушных петли. Так, теперь наш рукав. Сразу рукав начинается из 3 столбиков, так как здесь была прибавка. Между первым и вторым столбиками вяжем 2 столбика. 1 и 2. Затем между вторым и третьим вяжем еще 2 столбика. 1 и 2. И снова я из 3 столбиков сделала 4. То есть выполнила прибавку с этой стороны. Вот с каждой стороны нашей линии реглана у нас прибавилось по одной петле в каждом ряду абсолютно, и лицевых, и изнаночных. Так, снова наш рукав. Мы вяжем в центр между двумя столбиками новые 2 столбика. 1, 2. Следующий столбик. 1 и 2. Снова в двойной столбик, а точнее между столбиками двойного столбика, мы вяжем 2 новых столбика. Так, проверяйте, чтобы у нас пряжа хорошо вязалась, чтобы не было. Так, ничего лишнего. Значит, так мы повторяем до последнего раппорта перед регланной линией. Вот еще раз 2 столбика между двойным столбиком предыдущего ряда. Здесь 3 столбика. Между первым и вторым вяжем 2 столбика. Затем между вторым и третьим еще 2 столбика. Линия реглана. 2 воздушных петли. Столбик без накида между первым и вторым пышным столбиком. Видите в арку. 2 воздушных петли. Столбик без накида между вторым и третьим. То есть снова в арку и 2 воздушных петли. Так, теперь на спинке прибавка. Между первым и вторым столбиками вяжем 2 столбика. 1 и 2.
Затем между вторым и третьим тоже 2 столбика. Раз и 2. Продолжаем вязать узор на спинке. В центр каждого двойного столбика предыдущего ряда мы вяжем новые 2 столбика. Так, значит, довязываем самостоятельно все тоже на спинку. Повторяем раппорт между спинкой и рукавом, и рукавом, и левой полочкой. Так, после еще 2 регланных линий мы довязываем прибавку, не забывая, затем основным рисунком. Вот. В каждые 2 столбика предыдущего ряда мы вяжем новые 2 столбика. И так до последних 6 петель нашей планки. А в последние 6 петель вяжем просто 6 столбиков. Вот. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий, четвертый, пятый и вот вершину из 3 петель подъема 6. Это я довязала 5 ряд. Значит, 5 рядов провязано. Дальше мы повторяем 4, 5 ряды. Вот эти отверстия делаем через каждые 6 сантиметров. Значит, следующий у нас 6 ряд вяжется как 4. Четный ряд, значит, этот ряд у нас с лицевой стороны. Вот у нас лицевая сторона. Так, начинаем из 3 петель подъема. Работу поворачиваем. Наша планка — это 6 столбиков, включая петли подъема. Значит, это 2, 3, 4, 5 и 6. Так, дальше основной узор. В центр между двойным столбиком мы вяжем новые 2 столбика с накидом. Значит, раз и 2. Следующий. Раз и 2. Значит, сейчас у нас будет на один вот такой раппорт больше. Каждые 2 ряда — это плюс 1 раппорт. Сколько бы их у вас ни было, вы вяжете до последнего раппорта перед линией реглана. Вот смотрите, здесь 2, из них вот этот стандартный будет вязаться 2 столбика, раз и 2. А вот этот последний перед линией реглана, сюда должна быть прибавка, то есть мы вяжем сюда 3 столбика. Столбик, раз, столбик. Два. И сюда же третий столбик. Есть прибавка перед линией реглана. Дальше регланная линия. 2 недовязанных столбика с 2 накидами. Раз и 2. Довязываем вместе 2 воздушных петли. Снова 2 недовязанных столбика с 2 накидами. Раз. И 2. Довязываем вместе 2 воздушных петли. Это 2. И третий раз. Два. Довязываем вместе. Вот наша регланная линия. Так, с другой стороны прибавка. Вот в первый двойной столбик, в центр, мы вяжем 3 столбика. Раз. 2 и 3. Это наша прибавка. А дальше в каждый следующий по 2 столбика. Раз и 2. Значит, это у нас с вами 6 ряд вяжется как 4. Значит, вот эту регланную линию вы повторяете еще 3. Затем довязывайте по рисунку. После каждой провязанной линии реглана проверяйте, сделали вы прибавку или нет. Так как очень легко здесь затеряться, пропустить прибавку, и тогда у вас будет ошибка. Значит, после последней линии реглана я основным рисунком довязываю до последних 6 петель. Вот. Последний двойной столбик мы. Затем 6 петелек осталось, это наша планка. Вяжем по одному столбику в каждую петлю планки. Вот раз столбик, в следующую петлю второй столбик. Вот в вершину, видите, где мы воздушную
в эту арку столбик без накида, вязали третий столбик, следующий, четвертый, пятый, и в вершину из трех петель подъема шестой столбик. Вот так теперь выглядит наше отверстие для пуговиц. Так, значит, это мы провязали с вами шестой ряд, так четвертый. Давайте еще раз напомним, седьмой ряд с изнаночной стороны, вяжется он как пятый. Так, 3 воздушных петли, работу разворачиваем. Дальше вяжем еще 5 столбиков с накидом, чтобы вместе с 3 петлями подъема получить нашу планку из 6 столбиков. Так, 2, 4, 5 и 6. Так, теперь основной рисунок. Вот. Мы вяжем по 2 столбика в центр двойного столбика предыдущего ряда. Так мы вяжем в каждый раппорт, аж до последнего раппорта перед каждой линией реглана. Так, в последнем раппорте перед линией реглана у нас 3 столбика. Делаем еще раз прибавку. Между первым и вторым вяжем 2 столбика. 1 и 2. Затем между вторым и третьим еще 2 столбика. Это 3 и 4. Вот так прибавка до регланной линии. Так, линия реглана в этом ряду. Значит, мы вяжем 2 воздушных петли, столбик без накида в арку, 2 воздушных петли, столбик без накида в арку, 2 воздушных петли. С другой стороны тоже прибавка. Между первым и вторым столбиками вяжем 2 столбика. 1 и 2. Затем между вторым и третьим еще 2 столбика. 1 и 2. Вот такая прибавка и регланная линия. Так вы повторяете до конца. Затем здесь заканчиваем нашей планкой. Значит, вот эти 2 ряда и формируют вот всю нашу линию реглана. Вот так с лицевой стороны. Вот так изделие складываем. Регланная линия друг к другу. И здесь регланная линия друг к другу. Вот видите, планка накладывается друг на друга. Продолжаем вязать нашими узорами. Так, девчонки, такая красота у нас получается. Итак, когда я провязала 6 сантиметров от предыдущего отверстия, это, если считать вот эти 2 ряда, еще 6 рядов, то делаю следующее отверстие. Отверстие делается все так же. Так, значит, в первые 2 столбика я вяжу по одному столбику с накидом. Вместо третьего столбика 4 воздушные петли. Пропускаем этот столбик и еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Так, для следующего ряда 3 петли подъема. Работу поворачиваете. Следующие 2 столбика по одному столбику с накидом. 1, 2. Ой. Так, есть 2. То есть вместе с петлями подъема 3 столбика от края. На вот эту цепочку мы вяжем всего 1 столбик без накида. И затем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вот я получила 2 отверстие, такое же, как первое. Значит, таким образом вы повторяете отверстие через каждые 6 сантиметров. Значит, так вы дальше продолжаете вязать ряд за рядом, пока не получите ту высоту, которая у вас была на выкройке. На этом все в нашей первой части. В следующей части мы свяжем наш росток. Это будет азиатский росток, только спинка. А также начнем вязать отдельно рукава и отдельно спинку и перед. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. Это канал школы вязания «Наша пряжа». Всех вас очень люблю. Всем до новых встреч.